вообще мне надоело это все. Нельзя, нельзя, нельзя. Твою же мать. Я прихожу в парком, как-то захожу. Ну почему вы не пускаете меня? У меня на книжке лежит такое-то количество денег. Я же не прошу у вас денег. Дайте мне возможность выехать в Европу. Я хочу в Париже, в Италии. Могу я съездить? Хотя бы в одной стране. И что сказали? Бог сказали. Нельзя. Никаких примеров они не приводят. И доводов никаких. Нельзя. Так не получится. Вот мы когда ездили, так всех нас перебирали, привызвались, едут. Но в итоге все-таки ты был в Голландии. Это последний раз, что я писал раньше. Это был в Чехословакии. Демократические страны, там тоже я что-то смотрю. Не писал. Последним было Испания, и Италия, и Франция. И Чехословакия. Да. Знаете что, поезжайте в Нидерланды. Ну, вообще подумал, рыба, тут здорово, вермель, тут куда же. Давайте, вермель. Я сидел, 3-4 какие-то ребята. Ну, они, видимо, мужчины такие, из заводов. Ну, они, знаешь, да. Нет, тут они где-то в райкоме где-то эта комиссия заседала. И там лежит бумага на меня, значит, что я такой-то, такой-то учу. А это был какой год? Ой. 70. Я за память уже, когда спрашивают меня там тут, тут. Я так посмотрел, говорю, вы вообще-то читаете вообще то, что он показывает? Да. А там бумага написана, что художник такой-то, работает тоже с Кельхибой Кандыша. Его темы, это тема международного вот, империализма, которого там за то-то, 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 то-то. Мы там то-то, то-то, то-то хотим. Этого мало? Вы еще что-то хотите расспрашивать, чтобы я еще добавил? А они что сказали? Они надоело, если только можно. Они-то что сказали? Да ничего, они просто помычали, потукали, где что-то спросили, какую-то ерунду. Ну ладно, поезжайте. Значит, начало действительно, что они говорят, они просто никогда не читали. Они дают стандартно вот такие вопросы. А если бы вы спросили, что я спрашиваю? Это были последние годы Брежнева? Да, да, да. Это были последние годы Брежнева? Я не помню, что это было. Или уже был Черненко, или уже Горбачев? Нет, Горбачев. Это, то есть ты ездил за границу уже при Горбачеве? Да, это было позже. Хорошо. Все, я понял. Ну вот и все.